Привет, я Виктор Кузнецов, город Тверь, школа бариста Бунакофе, компания Бунакофе, ведущий специалист. С 2013 года мы пытаемся делать так, чтобы не было скучно ни нам, ни нашим бариста, ни нашим гостям. Поэтому каждый пир я сочиняю очередную безумную теорию и пытаюсь ее до вас донести. У нас сегодня очень сложная работа. Я так подозреваю, что пока еще ни один человек в России и в мире, может быть, даже не пытался эту тему покопать, хотя то, о чем мы говорим, это то, что то, с чем мы сталкиваемся каждый день у себя в кофейнях. Профилирование аромата как бы не входит в нашу основную задачу. Мы всегда пытаемся найти вкус, но когда чашка эспрессо пахнет очень вкусно, невозможно ее не допить до конца. Поэтому вперед. Мы сегодня будем готовить два кофе от Тести Кофе обжарки. Это будет Перу Дель Валле, мытой обработки. И ребята на пачке кофе обещают, что у нас будет абрикос, грейпфрут, черника. Ну, мы примерно там и будем находиться. Абрикоса я не нашел. Грейпфрут маленько по-другому сварился, но черника точно есть. И второй кофе очень сложный. Это Колумбия El Indio, натуральный, но с анаэробными процессами. Обещают темный виноград, красное яблоко, красный вермут. Примерно там же мы с вами и будем пастись нашими носами и ртами. Как будет проходить сегодняшняя работа? Мы будем готовить примерно по 10-8, непонятно пока, эспрессо каждый раз, двойных, и отдавать вам локальными, как бы, в локальные группы. Здорово, если вы перестанете сидеть поодиночке и вернетесь к людям, потому что очень сложно, как бы потеряется кофе, пока мы будем его перемещать. Соответственно, важно, чтобы группа вся понюхала кофе, и потом вся ложками его, ну там, вот в свою ложку набрали, аккуратненько выпили, чтобы соотнестись со вкусом. Мы не будем сильно долго обсуждать, что вы там нашли, потому что мы сейчас с ребятами находим то, что будет на слайдах. И ваша задача просто сосредоточиться и увидеть то, о чем я говорю. Смысл не в том, чтобы доказать, что кофе Тести Кофе безумно прекрасно. Это правда. Все чемпионаты сегодня, вчера проходили на нем, сегодня частично проходят на субмарине. Это классные ребята. У них вкусный кофе. Мы постараемся его не сильно испортить сегодняшними нашими экзерсисами. Наша задача разобраться, а что же заставляет кофе быть вкусно ароматным. Первый эспрессо будет на Перу. Первые два эспрессо — это Перу мы будем готовить. И первый на стандартном давлении в 9 бар и температуре 95 градусов с выходом 18, со входом 18,5 и выходом 45. Достаточно большой коэффициент экстракции. Брю ратио такой не маленький, но в целом и не сильно большой. Мы экстрагируем примерно 19%, что находится в норме для эспрессо. Что-то далеко-то, да? Ух. Очень хочется вам отдать первый эспрессо, но мы пока не можем. Пока мы его настраиваем, давайте поговорим о том, что же было на наших лекциях в 2021 и в 2022 году, потому что это все напрямую завязано на то, что сегодня будет происходить. В 2021 году
мы пытались сварить необычные эспрессо с разным давлением, с разной температурой и с большими и очень большими выходами кофе. Наша задача была показать, что взаимодействуя с толщиной таблетки, с температурой, с временем экстракции, играя с давлением, мы можем добиться максимально полной экстракции нашего кофе и вытащить все, что заложено природой и фермером, в наше зерно. У нас получались совершенно сумасшедшие варианты. Кто был, тот помнит. Если вы не были и не помните, вот QR-код, скачивайте. Эта лекция снова доступна, и ее можно не только посмотреть на YouTube Пира, но и почитать то, о чем шла речь. Мы будем опираться на те знания или там те идеи, которые мы там нашли в сегодняшней лекции. В 2022 году мы обсуждали, как настроить наше оборудование, чтобы готовить кофе разной степени обжарки. Как максимально вытащить из него вкусы, которые мы заложили, но как-то видоизменили во время обжаривания. Также это можно скачать. И мы пришли к тому, что на той лекции у нас не менялся вес, у нас не менялся помол, у нас не менялось давление. Мы работали только с температурой и с коэффициентом экстракции. В нашем случае сегодня мы будем изменять два параметра. Мы будем работать с вами с давлением кофемашины, и мы будем работать с температурой. Как мы управляем экстракцией? Что может повлиять на экстракцию кофе в наших настройках? Кричите громко, вас не слышно. Отлично. Температура. Давление. Что еще? Поточность. Окей. Я бы это с давлением примерно в одну... Еще есть варианты? Вход-выход, да? То есть коэффициент экстракции, по сути, да, соотношение. Еще? Ратио. Брю-ратио, да. Коэффициент экстракции. Еще? Время. Смотрите, какая интересная штука. Помол, да? Чем мельче мы делаем помол, тем нам проще добраться до веществ, у нас больше площадь соприкосновения кофе и воды. Температура. Чем выше температура, тем более сложные вещества мы вынимаем. Но мы рядом? Да, очень. Очень рядом. Мне это нравится. Брю-ратио. Да, собственно. Давай так, все уже, начнем отдавать. Раз зона, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я думаю, что минимум 8 чашек нам надо отдать. Я начну вот с этого края. Давайте типа на восьмерых, на семерых. Сначала нюхаем, потом пьем. Нужно всем понюхать, а потом всем попить. Всем понюхать, потом всем попить. Вы все? На 8 человек. За вами тоже. Когда мы перемешаем крема, у нас ароматика будет работать по-другому. Давление. Собственно, как нам помогает давление с экстракцией? Чем оно выше, тем больше кофейных масел у нас транслируется в чашку, но тем меньше базовых веществ типа соли, сахаров, кислот и горечи, потому что капля воды проходит мимо частички кофе с большей скоростью. Это готово? Нет, это плохо.
толщина таблетки. Помните? Чем толще таблетка, тем больше слоев у кофе. Вода, которая начинает контактировать с верхним слоем, доходит до нижнего с уже закрытыми слотами для экстракции. Чем толще наша таблетка, тем более экстрагирован верхний слой и менее экстрагирован нижний. Соответственно, мы получаем достаточно широкий спектр вкусовой, но он будет слишком разный. Поэтому мы пришли к выводу, что таблетка в 15-16 грамм более повторяема во вкусе, да, и мы получаем более экстрагированный кофе, с которой как бы, более понятен нам во вкусе. И когда мы говорим, что время влияет на экстракцию, мы помним, что вещества выходят во времени. Сначала соль, потом кислоты, потом сахара, потом танины. Но время в данном случае является зависимым фактором от всего остального. В первую очередь от помола и от толщины таблетки. Да? Чаще всего в кофейнях мы с вами работаем с помолом и условно с коэффициентом экстракции. Да? Сколько кофе вошло, сколько кофе вышло. Здесь же толщина таблетки, здесь же время. Сейчас мы немножко вернемся назад. И для того, чтобы вам было легче дегустировать, мы будем опираться на вот эти ощущения. В аромате в идеальном мире вы должны были послушать чернику, красное вино и ноты малины. Сейчас я нюхал, все там есть. Вкус у нас тоже неплохой. Это все можно отдавать, да? Забирайте, пожалуйста. Примерно одна чашка на 8 человек. Моя задача была не просто раскрыть ароматику кофе. Мы в конце каждого блока кофе увидим, сколько шагов я сделал, чтобы найти тот великолепный аромат, который вы сейчас чувствуете. Мы просто не можем сварить все 8 шагов каждого кофе. Мы бы здесь до утра с вами сидели, и такая лекция была бы слишком дорогой. Мы просто попробуем по 2 кофе в лучших своих проявлениях. Так. Моя задача была не просто раскрыть классную ароматику, найти ее в этом кофе, но и вкус должен был быть тоже на уровне. И это более сложная задача. Мне нужно было максимально раскрыть вкус эспрессо и в то же время максимально показать его ароматический потенциал. Входим, вспоминаем, что букет, который мы называем вкусом, да, это тоже ароматика, но ретроназальная. Это то, что мы чувствуем, когда глотаем кофе. А аромат, условно, это то, что мы чувствуем, поднося чашку к носу. Но и там у нас работает ароматика. Вопрос, на что мы делаем акцент. Будут парадоксальные выводы в конце нашей лекции, мы это обсудим. Пока пробуем. Когда у Тести Кофе на сайте я стал читать отзывы людей, и там у них есть очень классная история про рекомендуемые настройки друг другу клиентов в тесте, оказалось, что, в общем-то, людям было почему-то очень сложно найти этот вкус. Мне кажется, у нас с вами все хорошо. Кто уже попробовал, вам нравится? Да вкусно, это клево. Сколько нам еще примерно надо? 3 чашки? 4? 2? Кто не пробовал? Ой, 1 чашка. Можно будет потихонечку начинать уже накидывать сюда.
Итак, у нас достаточно большой брюратио, благодаря чему мы вытащили вполне приемлемый классный кофе, на котором можно даже выиграть региональный чемпионат. А на финале, наверное, будет, ну, нужно что-то еще. Наверное, наш второй кофе, который мы будем пробовать. По сути, дальше я стал ставить эксперимент. Раз давление позволяет нам выжать из нашей таблетки большее количество кофейных масел, а кофейные масла – это главный переносчик аромата, гипотетически, сильно повысив давление, я могу достать больше аромата. Что у нас и получилось. По большому счету, мы понимаем, что изменится вкус, потому что база будет другой. Так как этот кофе, в общем-то, сильно кислотный, как вы заметили, оказалось, что, вытащив меньше кислотности, он стал заметно более сладким. В целом мы видим, что здесь менее энзиматичная история, чем в первом кофе. Первый кофе был по энзиматике сложнее. Вот сюда, по-моему, да, надо отдать? Вот сюда посередине, нет? Все? Ну дайте, девушка хочет напиться кофе и танцевать. Получилась следующая история, что наш кофе чуть менее интенсивен в аромате, потому что само давление больше, у нас было больше кислорода, но и масел тоже было больше. Зато наш аромат жестко сдвинулся в более сладкую сторону. Цветов меньше, но вы почувствуете, насколько сами ароматы стали глубже, сложнее и интереснее. Да. Нам нужно будет уменьшить вход. Возможно, тебе не нужно будет менять помол. И у нас и время побыстрее посмотришь. И здесь напрашивается вывод, что вари просто клевый кофе, и у тебя в любом случае все клево получится. На любом давлении и прочие вещи. Но это не совсем так. Я начал в стандартных 93 градусах, на которых работает 95% бариста планеты Россия. И у меня получились просто какие-то еле уловимые ноты черники и ревеня. Ну, то есть достаточно агрессивный такой травянисто-цитрусовый аромат с намеком на темные ягоды а-ля черника. А дальше я добавил температуру, и мы с вами получили наш первый эспрессо. Затем я добавил давление, и мы получили наш второй кофе. Какой вам больше нравится, первый, второй, кто уже попробовал? Первый. Че молчите-то? Второй. Сейчас наварим, все попробуйте. Но мне было интересно, что же будет происходить дальше, потому что если мы уменьшаем давление относительно базовых 9, то мы будем больше вываривать сложных веществ, но ароматика будет меньше, потому что мы меньше получим кофейных масел в чашке. Действительно, очень примитивный аромат. За таким ароматом в разведку не пойдешь и такой кофе высоко не оценишь.
Но зато посмотрите, что получилось со вкусом. Наша кислотность возросла многократно, и она раскрыла себя с потрясающей энзиматической точки зрения. Да, у нас читался на глотке белая смородина, очень спелый лайм, брусника. По большому счету, этот кофе можно было спутать с Кенией. Но в не очень классных ароматах. Что по времени? Идем 7 градусов. Нет. Раз, раз. Кто не получил? У всех есть? Наконец-то мы можем узнать, какая чашка понравилась больше, первая или вторая? Вторая, первая, вторая, 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 вторая. В общем, почти пополам, но вторая лидирует. Это приятно. О чем это говорит? О том, что ваша смелость позволит вам из хорошего кофе сделать суперхороший. Ну, добавить ему 1.5 балла в оценке. Дерзайте, не останавливайтесь, будьте смелыми. Какой еще бонус вы получите, если добавите давление? Ваш капучино зайдет во все сердечки, потому что в нем будет больше крема, он будет ароматнее, он будет мощнее работать, и, соответственно, чашка капучи или латте, которую вы отдаете, будет казаться гостям более насыщенной и интересной. При том же выходе огромном. Да, я думал, ты уже во все настроила. Давай, давай. Вернемся. Как мы управляем экстракцией? Да, мы поговорили. И по большому счету мы с вами всегда привыкли ориентироваться на вкус в чашке. Мы его пробуем, обсуждаем. Я всегда своих бариста призываю, чтобы мы начинали обсуждение с базовых вкусов. Какой у нас баланс? Как работает кислотность, как работает горечь, как работает сладость? Подожди, ничего не перенастраивай. Сейчас, секунду. Ну, давай. Как будто немножко подгоревший, нет? Ну, 97 – это градусы, они же не про сгоревший кофе. Как будто бы надо чуть-чуть будет ослабить помольчик, прям вот на микрошажочек, самую малость. Прям не, вот, не накручивая, а вот одну маленькую единичку и одну чашку свари, а потом уже можешь со второй отдавать в зал. Окей? Хорошо. Когда мы определились, что у нас сбалансированный кофе, мы начинаем обсуждать дескрипторы, и мы ищем самые клевые дескрипторы. Оказывается, можно найти классный аромат, и 90%, что ваша чашка уже будет здоровская. Ищите вкусно пахнущую чашку. Она доставит вам и большое удовольствие во вкусе, скорее всего. Но не обязательно, потому что аромат чашки в 95 градусов намного приятнее, 9 бар намного приятнее
аромата чашки 7 бар. Но по вкусу можно поспорить. Третий эспрессо у нас на Колумбии. И здесь, когда я искал вкус чашки, мне пришлось поднять температуру до 97 градусов, потому что, несмотря на то, что этот кофе был более хрупкий, более мягкий, благодаря тому, что это натуральная обработка, еще и анаэробная, в нем оказалось так много сложных веществ, что при 95 градусах он не показывал всей своей красоты. Когда я поднял на 2 градуса, он стал совершенно другим и прекрасным. Очень часто люди боятся подниматься выше 95, потому что 93 – это норма, 95 – это я очень смелый. 98 тоже можно, не бойтесь. Можно все, лишь бы это работало и приносило, ну, как бы, хорошие плоды. Что по времени? Да. Тридцать две, что ли, был? Не, нам так не надо. И в этом анаэробном кофе, в котором нам обещают вермут, нашлась черника, ежевика и очень яркий виноград в аромате. Очень похоже на кенийский профиль. И обратите внимание, как специи в послевкусии, взаимодействие с винной кислотностью будут вам рассказывать о том, что вы пьете очень дорогой вермутишко где-нибудь в Милане на неделе моды. И все очень приятно. Но пока вы чашки не получили... Ух. Правда, надо было ЕК-43 тащить. Ну, долго сейчас получится. Давайте пока поговорим о температуре. Это Мордор, и он выжигает все. Как работает температура? Очень большой страх, и сейчас мы точно так же его преодолевали с ребятами, о том, что чем выше температура, тем больше у нас ощущение того, что кофе сгорел. На самом деле это достаточно неверное утверждение, потому что под словом «сгорел» мы подразумеваем, что к нам в чашку попадают зольные вещества, продукт обжарки, какая-то запеченность. Но ведь это говорит только о том, что мы очень много экстрагируем в чашку. Достаточно слегка увеличить помол, и весь ваш дым и зольность просто исчезнет. Но температура вынимает сложные вещества из кофе. И если в кофе сложных веществ нет, то благодаря температуре вы достаете артефакты, которых в чашке ваш быть не должно. Например, ореховая шелуха или какой-нибудь косточка виноградная, превращающаяся в очень горькое что-то, да? Дубильные вещества, кора дуба и прочие штуки.
И стоит нам понизить температуру там, до 93, вдруг наша прекрасная Маджиана заблестела всеми своими ореховыми гранями. И нам кажется, что это очень прекрасный кофе, который нравится гостям. И мы себе говорим, вот, вот, а было бы 94, он бы сгорел. Нет. Если бы на месте вашего кофе была Эфиопия, там, первого грейда, вы бы могли поднять это до 98, и все бы получилось здорово, потому что, возможно, артефактов из нее будет доставать, ну, намного сложнее лишних. В то же время, если мы возьмем свежую Бразилию 2022 года против замечательной Эфиопии, которая была крута в 2019 году, пожаренная в 2023, мы получим очень много артефактов у Эфиопии даже на 93 градусах и очень ровную, красивую чашку у Бразилии. Температура должна соответствовать кофе, который вы готовите. Ни в коем случае не надо пытаться превратить Бразилию в Эфиопию, Эфиопию в Бразилию. Но здесь была интересная штука. Мы это, по-моему, в 2019 году на пире делали. Вот у нас смесь Бразилии и Эфиопии с мелым обжарщиком, пожаренные вместе. Не по отдельности, а вместе. Вот мы засунули в ростер и вынули. У нас смесь. Когда мы будем готовить ее на 93 градусах, мы получим ореховый шоколад, ну, шоколад, ореховую шоколадку с чаем с лимоном. Когда мы будем варить ее на 95,5 градусов, мы получим яркий Earl Grey с персиковыми нотами и шоколадным бисквитиком. С помощью температуры вы способны сделать акцент на то или другое зерно в своей смеси. Конечно, не стоит смешивать, допустим, какой-нибудь колумбас с 1700 метров из Уиллы с робустой из Вьетнама за 4 доллара. И пытаться жонглировать этими штуками шансов нет. Но если мы возьмем канифору из Амазоники за 14 долларов, и какую-нибудь натуральную Эфиопию за 15 баксов, смешаем их, они прекрасно будут вместе здорово вариться на 96 градусах, и люди с ума сходят, почему робусту можно варить на 96, и это будет здорово. Потому что к ней отнеслись с любовью и уважением, и получился классный кофе, очень вкусный. Очень хочется, чтобы у нас все получилось. Давайте похлопаем. Пожалуйста. Как только вы хлопаете, у него сразу все получится. Ну, давай, давай. Да, выглядит, как будто бы мы попали. Пока не попробую, не поверю. 47. Ну, видимо, 30 секунд все-таки надо. Тридцать секунд получается. Ладно, отдаем так. Да. Мне бы в целом хотелось чуть-чуть ослабить этот кофе по мелкоте помола, сделать его чуть-чуть крупнее, но у нас кофемолка не справляется с этой задачей, она тут же выдает слишком много. У нас там есть ежевика. У нас там вместо черники какой-то такой типа черники в собственном соку, такой густой соус. И виноград у нас там на грани красного вина в ароматике. Но в целом где-то рядом. Я вот только не попробовал. Ребятки, дайте ложку макнуть.
Спасибо большое. Да, кайф. То, что нужно. Какие у вас есть мысли по температуре? Может быть, вы хотите поспорить или что-нибудь осудить меня? Кто-нибудь когда-нибудь в кофейне ставил температуру 98,5? Я ставил. Нормально. Но здесь мы должны понимать, что чем дольше мы варим, тем больше артефактов будет вываливаться. Эта температура может работать на очень коротких экстракциях. Нам нужно будет готовить примерно за 20 секунд. Но мы хотим много положить в чашку, поэтому мы укрупняем помол и уменьшаем давление. И получаем очень крутую, ароматную, сладкую чашку с достаточно высоким телом за 20 секунд. Гости ждут медленнее. Чашка получается очень яркой. Да. Температура и коэффициент экстракции. Коэффициент экстракции – это соотношение кофе внутри холдера к кофе в чашке. Правильно? Наша температура, по большому счету, никак это, на это не влияет. Но я бы советовал следующую последовательность вида, ну, как бы настройки эспрессо в принципе. Сначала мы находим правильное соотношение кофе и воды. Собственно, брюратио ищем. Потом внутри брюратио мы поднимаем температуру, пока наша кислотность не станет спелой. Ага. А потом, если надо, мы можем поиграться с давлением. Куда отдать? Давайте. Как работает давление? У нас сначала выходят соли, кислоты, сахара и танины в этой последовательности. Чем сильнее давление, тем быстрее вода проходит мимо частицы кофе, тем меньше этих веществ мы за то же самое время получаем в чашку. В то же время, чем сильнее мы давим на таблетку, тем больше кофейных масел попадает, и масла за собой тащат ароматы в нашу чашку. Кто еще не получил? Две чашки, видимо. Вот только там как-то странно. Вот возьмите, Катя. Можно потихоньку наготавливать. У тебя получилось? Нет? Да, пожалуйста. Надо уменьшать прям, потому что здесь. Давай, потому что сейчас твой выход уже будет, вот это, ускориться. Кто-нибудь пробовал готовить эспрессо на 3 барах? А цель простая, максимально вкусовую чашку. Вы пробовали? И как? Очень вкусно. Правильный ответ, согласен. Очень вкусно, в смысле очень много базовых вкусов. Но очень мало ароматики, потому что эспрессо – особый метод, отличный от всех остальных. В первую очередь тем, что в очень маленьком объеме чашки мы получаем растворенных большое количество веществ. То есть мы можем эту чашку раздвинуть до австралийского лунга и по большому счету, да, как бы варить брю. Когда мы готовим на 3 барах, мы максимально приближаемся,
мы максимально приближаемся к тому, что… Да, отлично. Сколько по времени? Все, можно отдавать. А у тебя есть каппинговая ложка, нет, в кармашке? Нет? Ну вот. Я отдам Кате, потому что она моя бариста, я как бы она пила из одной чашки уже. И когда мы так сильно уменьшаем давление, по сути, мы с вами, ну, условно варим брю, но где-нибудь на Марсе и все. Примерно так же все и получается. Еще одна чашка первого эспрессо. Кто не получил? В смысле третьего. На 7 бар перестраивайся и Колумбию продолжай. На тех же настройках. 7. Постараюсь быть, ну, то есть, в принципе, хватит, наверное. Четвертый эспрессо, который нам сейчас готовит Марина, это все то же самое, но с давлением 11 бар. Эксперимент тот же самый был, а давайте мы повысим давление, чтобы улучшить ароматику, что будет конкретно с этим кофе, как он изменится. И как вы видите, да, у нас ароматика конкретно потемнела, стала более зрелой, более спелой, более наливной, я бы сказал, да. И она очень интенсивная. Сейчас вы получите чашку, это будет интересный опыт такого Вы, наверное, мало кто были в Бразилии, и, наверное, вообще мало кто ел ягоду жабутигаба. Но вот в аромате у вас будет жабутигаба и шоколадный брауни. С очень крутым вкусом и очень гладким телом. Мы здесь уменьшили выход веществ, благодаря чему у нас появилась очень такая приятная гладкость. Как я искал Колумбию? Это был более длинный путь. Мы начали с 95 градусов, так же, как и Перу. И получилось, что нам очень нужно повысить градусы, потому что кофе реально, ну, как бы слишком скучный. И какая-то зелень, какая-то неспелость, какой-то ревень и такая алоэ. В то же время шоколад. То есть понятно, что кофе, наверное, может больше. Подняв температуру, мы сделали более крутую экстракцию кислот и достали более сложные, более спелые кислоты. И у нас уже появилась четко читаемая ежевика, смородина и темный шоколад. Но это как бы как будто бы ноты. Вот смотри, да. Ты находишь то, что мы там нашли? С ягодами сложнее. Да не, больше там с ароматами, ладно, там они есть. Во вкусе. Да? Да? Да. Магия? А, как только она закончит, я дам команду, будешь пятый эспрессо отдавать. И пускай все работает, пожалуйста. Нам пришлось увеличить выход и уменьшить вход, очень сильно раздвинув коэффициент экстракции. Но здесь у нас, по-моему, 2,66 или 2,72 получилось по коэффициенту экстракции. И на выходе мы получили четко читаемые в ароматике ежевику, чернику и виноград. В четвертой чашке, которую вы сейчас получаете, мы получили темные ягоды и шоколадную выпечку. Такой уже абсолютно хороший, клевый брауни.
И осталось поставить последний эксперимент. А что сделать, если наоборот попытаться вытащить из кофе больше вкуса? Что станет с ароматикой? И в итоге мы получили потрясающую штуку. Вы ее получите следующий. У нас очень примитивный аромат, практически сравнимый с 95 градусами. Как мы видим, более сладкий и спелый. Но во вкусе 100% пино нуар с лаковыми нотами, с темными ягодами, с танинностью. И это прям победа. По сути, в поисках профилирования аромата мы наткнулись на совершенно волшебное и магическое преобразование тестевского кофе. Они туда закладывали просто вермут, а мы пришли к одному из самых сложных сортов вина. Сейчас увидите, сейчас она придет. Кому больше понравилось, третье или четвертое? Я не знаю, как вы это будете показывать. Четыре, три, 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 четыре, четыре. Ну, понятно. Всегда ничья. Четвертый крутой. Мне прям очень нравится. Так. Обратите внимание, когда будете скоро пить пятый эспрессо, насколько сумасшедшая, хрустящая, практически стеклянная кислотность у этого кофе. Как интересно давление заставило вытащить воду из таблетки, настолько потрясающий, утонченный вкус. Когда ребята выступают на чемпионате De La Corte, для меня всегда вопрос, а почему вы не пользуетесь возможностями этой машины и не настраиваете крутые кофейки, почему вы просто тупо жмете на кнопку? Когда вы можете взять и сварить пино нуар и убить судей на месте? Мы отдали полностью четвертый кофе. Кому нет, не было? Спасибо. Можно пятый отдавать. Это все плохое? Это все плохое, да. Так, хорошо. Да. Пятый пошел. Я, можно, могу пока на вопросы поотвечать, потому что там будет еще один очень важный слайд. Пока надо, чтобы вы попробовали пятый. О. Как влияет предсмачивание на вкус? Давайте вспомним, как реализуется предсмачивание в кофемашинах. Путь номер один, и это 99% кофемашин, даже очень крутых, у нас предсмачивание происходит благодаря тому, что когда мы включаем помпу, она сначала попадает в большую трубку, потом в маленькую. И у нас как бы первые секунды вода просто набирает давление внутри машины, чтобы дальше двинуться. Чем длиннее мы делаем эту толстую трубку, тем дольше у нас предсмачивание. Мы способны этим процессом управлять, но на уровне сварщика. Ага, но можем. Как это реализовано в крутых тачках с профилированием давления? По сути, мы не влияем на помпу, не заставляем ее крутиться медленнее или быстрее. Мы уменьшаем или расширяем поток воды. Но на самом деле то же самое, что подкручивать помпу снизу, потому что эффект тот же самый. Шире, уже дырка, через которую льется вода. Ой-ой-ой. Собственно, по сути, предсмачивание может работать следующим образом. Мы заставляем из воды выйти углекислый газ и другие газы. И ошибка думать, что если твой кофе пролежал очень долго, то предсмачивание ему не нужно, потому что предсмачивание имеет не только функцию вымещения газов для начала диффузии, но и
расширение таблетки, чтобы она дала максимальное сопротивление 9 атмосферам, которые рухнут на нее с небес. У меня на одном из производств стоит мина, на одном из кафе моих. Далакокта мина. Соответственно, мы можем выставить предсмачивание в 3 бара, в 4, в 5, в 6, 7, 8 с половиной, лишь бы меньше 9. И чем спокойнее наше предсмачивание, тем легче таблетке упереться в стенки. Кто сталкивался с профессиональными автоматическими кофемашинами, ну там со встроенными кофемолками, вот этими всеми штуками, там же есть суперкрутая функция предсмачивания и пауза, хоть 20 секунд. Все это время одновременно происходит микроэкстракция внутри таблетки, но и в то же время происходит ее жесткое распирание в стенке. Она очень хорошо сопротивляется потоку воды, который хлынет потом на нее. Дальше интересная штука. Мы можем управлять этим предсмачиванием, плавно выводя предсмачивание в экстракцию. Вопрос, как бы оказывая больше или меньшее давление на том или ином времени экстракции веществ, мы фокусируемся на том или другой группе веществ в чашке. Мы можем спокойненько на 3 барах очень долго, как вы сказали, классно варить, а потом наоборот поднять или наоборот рухнуть. Главное, профилирование, да, дает нам возможность достать в чашку именно то, что нам нужно. У кого нету 5 чашки? 1, 2, 3, 4. 4 чашки надо сварить. Тогда рановато выводы делать. Я буду ждать, пока вы не напьетесь. Спрашивайте еще. Я каждый раз, уходя с наших лекций на пире, ну, радуюсь там вашей обратной связи, как мы общались в зале. Но за все это время ни один человек мне не написал и не сказал. Я попробовал то, что мы делали у себя в кофейне, получилось круто. Или Виктор, ну, такую-то шнягу нам нес, и вообще это все невкусно. Я жду обратной связи. Пожалуйста, это же не просто эксперименты. Они для того, чтобы сделать чашку вкуснее. Мне бы очень хотелось, чтобы те идеи, которые я несу, они как-то прорабатывались вами и возвращались каким-то ответом. Как вам пинанварчик? Не нашли его? Нету красного вина. Да. Там было красное вино или не было красного вина? Сложно сказать, потому что я не так сильно много, ну, в вине разбираюсь, потому, ну, даже там по оттенкам сложнее. Но то, что как будто он стал ярче и теплее в этом плане, то да. Угу. То в этом плане я согласна. Даже я бы сказала, что именно в плане аромата, даже как ни странно, он почему-то даже богаче, чем предыдущий. Слаще, да? То есть даже, ну, именно ароматика сложнее, нежели чем, хотя казалось бы, вроде бы интенсив должна быть. Нет, того, что было слышно. Отец. Еще есть комментарии? Я буду рад комментариям. Здравствуйте, есть вопрос. Допустим, если нет возможности изменить температуру и давление, вот как в таком случае можно, ну, экспериментировать? Ну, у вас две возможности, почему это произошло. Вам связали руки или у вашей машины заклеены все дырки? Скорее связали руки. Второе? Запрет, да? Да. Мы живем в 2023 году, и девушка права. Давайте поговорим о ее проблеме. Действительно, очень много заведений, где бариста запрещено трогать кофемолку, вращать пристостат, помпу давления. И у меня маленький вопрос.
За вами непрерывно ходит начальник и проверяет, что вы этого не сделали. Дальше все очень просто. Вот у вас закончилась смена. Вы хотите ставить эксперименты, и вам это важно. У вас нету в заведении брю, поэтому единственная форма эксперимента – это эспрессо. Дальше все очень просто. Мы покупаем пачку кофе у нашего начальника и говорим, вот сегодня я останусь здесь и потрачу от 300 до 500 грамм. Сдачу я тебе отдам. И вы остаетесь и варите этот кофе, меняя все давления. А утром ему говорите, Александр Иванович, вот смотрите, вот как было, вот как стало. Вкусно? Ну, типа, я ничего не понимаю. Верни, как было. И тут вы находите человека, который 100% влияет на мнение этого человека. Самый богатый чувак с бородой и трубкой, который тратит ежедневно по 5000 на обеды. И говорите ему, Федор Иванович, а вам как? А он говорит, слушай, ну вот наконец-то нормально, как в Европе. Все, вы победили. Ну, а скорее всего, вас уволят. Но это победа. Что мы еще можем делать? Конечно, выход больше-меньше. Мы можем уменьшать, добавлять помол. Чем тоньше таблетка и тоньше помол, тем глубже экстракция. Ну, как-то вот с этим работать. Но в целом, если ничего не дают делать и платят очень много, значит, вы можете купить себе машину домой. Если ничего не дают делать и платят мало, я ничего не говорил. Все попробовали? Пятый. Вот еще одна чашка нам очень нужна. Две. Опять выводы рано делать. Задавайте вопросы. У нас нет единого решения для каждого кофе. Когда к нам в руки попадет Бразилия, мы будем делать и искать вкусную ароматику и вкусную чашку, возможно, сильно уменьшая помол, чтобы сделать ее максимально сладкой. И мы ищем каких-то простых, но объемных штук. Когда к нам попадет Колумбия, анаэробной ферментации, мы будем взвинчивать температуру, раздвигать эту чашку максимально далеко. И поверьте, 47 грамм из 18 – это не предел. Мы могли бы готовить 55, но просто тогда бы крема были слишком жидкие, и нам бы с ароматикой было труднее сегодня общаться. Настройка лучшего букета на глотке, то, о чем мы говорим, да, когда настраиваем эспрессо. Попробуй, вот тут финики, там инжир. Это не равно тому, что ваша чашка будет пахнуть очень вкусно. Вкусная, классный букет не равен классному аромату. Но зато наоборот, если ваша чашка очень вкусно пахнет, 90%, что во вкусе у вас будет потрясающая, глубокая и интересная чашка. И самое важное, ваше усердие и терпение в поиске идеального аромата или идеального букета – это очень важная вещь, которая меняет этот мир к лучшему, делает его вкуснее. В общем-то, ради этого мы здесь, чтобы не было войны и было очень вкусно. Спасибо вам большое. Если есть вопросы и обратная связь, я буду рад. По QR-коду можно скачать всю презентацию. Спасибо, что выдержали это сложное испытание. Кто не получил ответ на заявленную тему в названии лекции? По чесноку. Ура! Получилось! Давайте ребятам похлопаем, они очень круто работали. Спасибо Пиру. Встретимся в следующем году. Я придумаю что-нибудь совсем плохое. Пока.